В Нижнем Тагиле идет завершающая стадия подготовки к отопительному сезону. Жилой фонд и социальные учреждения уже практически готовы к зиме. Начиная с 1 апреля работы проводились в 73 зданиях школ, 143 садиках и 40 учреждениях дополнительного образования. С понедельника, 16 сентября, мы начинаем плановые запуски системы отопления на все учреждения. Есть график сформирован. Он разослан как ресурсоснабжающим организациям, так и управлению образования. С понедельника по этому графику мы начинаем этот процесс. С 1 апреля до 1 августа было проведено техническое обслуживание более 200 тепловых узлов. Заменили порядка 700 погонных метров трубопроводов канализации, отопления и водоснабжения различного диаметра. В детском саду номер 127 работы уже завершены. Нет никаких сомнений, что зимой дошколята будут в тепле. При подготовке стандартные регламентные работы проводятся по теплоузлу, то есть непосредственно по запорной арматуре, по промывке системы отопления. По заявке от учреждения при осмотре были заменены здесь старые радиаторы на новые в музыкальном зале. Сейчас там заканчивают ремонт. Детский сад номер 127 входит в объединение «Жемчужинка». Здесь были частично заменены стояки холодного водоснабжения, алюминесцентные светильники на светодиодные. У нас 10 структурных подразделений. Общее количество детей по нашему объединению «Жемчужинка» 1180. Мы сейчас находимся в детском саду номер 127. Здесь посещают у нас 86 воспитанников сюда ходят. У нас в детском саду, как вы видите, светло, тепло, уютно. Мы все стараемся. Стараемся, чтобы для детей были созданы комфортные условия пребывания в детском саду совместно с нашими организациями. Помимо социальных объектов, к отопительному сезону готов и жилой фонд. В Нижнем Тагиле на сегодняшний день насчитывается 3565 многоквартирных домов. Из них 2752 дома оснащены централизованным отоплением. Сумма направленных на эти цели средств составила более 48 миллионов рублей. Николай Палкин, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.